challenge time! И снова всем привет, мы продолжаем Song of Horror. У меня, если честно, вообще не было времени, как-то и желания на самом деле. Поэтому вот сегодня только в воскресенье вечером я добрался, и думаю, хотя бы серийку, ну, надо записать. Если получится, может быть, две. Потому что неизвестно, будет ли на неделе время. Собственно, мы идем обходить все остальное. Я как помню, мы здесь все обошли на данном этапе. И у нас еще пару дверей. Ай! Да, я забыл, что надо прослушать вначале. Кабинет. Какой-то или что это, коридор, точнее. Вроде тихо. Ну, виды тут, кстати, очень приятные местами, прям. Так, какая-то лестница куда-то вниз. Вот это у нас что? Ничего. Заперто изнутри. Окей. Но я вот даже сейчас мышку не отпускал. Ой, нет, движение. Но все равно решил развернуться и пойти. Вот из-за смены камеры, конечно, это немножко выбивает. Ну, вроде тихо. Сейчас скажет, закрыт. Ну, конечно, заперто. Не будем, конечно, терять времени. Будем пытаться быстрее ходить, но, конечно, опасненько. Потому что излишний шум, я так понимаю, провоцирует. Быстрее начинается вот эта жопа. А вот здесь, я надеюсь, она никогда не случится в рамках закрывания двери. Так, а почему мы не могли... А, там нужно что-то вставить. Потому что если тут черти где, оно начнет вырываться. И пока добежишь до двери... Она не сдвинулась с места. Честно говоря, я не думаю, что это двери, обычный замок. А, ну это, скорее всего, нужно вон ту. На кассе нажать что-нибудь. Ладно, пошли в туалет или в эксит. Что это у нас? Тут тихо. Вот здесь туалет. Давайте с туалета начнем. Он, скорее всего, должен быть маленький все-таки. Какая-то бутылка. Пульверизатор, в котором, судя по всему, содержатся опасные вещества. Откуда ты знаешь? Mm-hmm. Я не вижу жидкости в этой штуке. А, ну значит там нету. Зеркало разбито. Похоже, кто-то бросил в него камень. Ну... полотенце, вероятно, для клиентов. Пыльные. Как если бы про них забыли. Как быстро пыль может скапливаться? Но я ж не туда нажимаю. Вот тут логика странная на самом деле. Вот смотрите, сейчас я нажимаю вниз. Мы дошли вниз. Еще перенажимаю вверх. Вверх нормально идет. Но в прошлый раз мне пришлось нажать вниз. Вот и опять. Какая-то иногда странная логика в движении персонажа. Как-то немножко не проработано, что ли. Я не знаю. В старых резиках такая фигня была, потому что я-то с четвертой начинал. Интересно, куда она ведет. Так, здрасте. Приехали. Там замок. Тут закрыто. Сообщение, крючок, пульверизатор. Очок за упорство. А, ну это про трезвость, окей. Иллюминатный значок за упорство.
А зачем? У меня три места, где я могу применить вещи. Не знаю, настоящая пушка или нет, но похоже настоящая. И, по-моему, мы это читали, да. Где-то можно, скорее всего, применить ли эту. Ой, как ее зовут? Вешалку? Какой-то странный звук такой по ушам бьет. Тут у нас что было? Мы не могли что-то сделать, да? Там какой-то типа ключ нужен был или типа того. Под цветочным горшком, но он ведет сюда. Не поможет открыть дверь. Да, это тоже не поможет. Реально слабоватый. Наверное, даже силы мысли мог бы согнуть ее. Пульверизатор. Граммофоны. Японскую броню мы смотрели. Оттуда вытащили монетку для машины. Стол, под которым можно спрятаться. И как бы что-то все. Фарфоровые вазы. Пиноккио этот. Так, что-то прям как-то странно. Возможно, то закрытое можно попытаться этим же ключом открыть, а вдруг? Почему нет? Или я пробовал? Нет. Ключ мне больше не нужен. Ты же, конечно, здесь был, знаешь, что сколько здесь ключей может. Поэтому выкидываешь, да? Тут тихо. Дичь не появляется. Тихо! Хорошо, что она заперта, мало ли что. Я вообще почитать хотел. Квартиры. Мне кажется, через решетку туда же посмотреть можно было бы. Тут бы потолок бы, да, какой-нибудь, хотя бы эту, и ни одной души, хотя бы лозу какую-нибудь, не знаю, виноградную. Ну куда, куда, ты еще пару шагов делаешь, зачем? Огромный, блин, двор. Прям огроменный. Ну а что, тьма всех сожрала прям тут? Показалось на секунду, что голоса какие-то были. Ну это не открывается, да? Этот старый гриль такой грязный, что металл отслаивается от дождя. Похоже, что-то есть в мусоре. Ну, мы на святую, вряд ли думаем, что-то плохое будет. Серебряная монета Колрота. Металлический жетон. Окей, можем еще одно послание получить.
Вроде тихо. И еще дверь. Огроменное помещение будет, да. Похоже, этот сарай используется для хранения инструментов. Похоже на том. На этих велосипедах давно уже никто не катался. Как ты это понял? Так, тут ничего нету, хотя по ощущению, что там что-то все-таки есть. Хорошо, пробуем. Вот здесь вот сейчас еще посмотрим. Судя по всему, никто не выносил мусор уже несколько дней. Там на целе что-то есть. Как же пробраться туда? Может быть, через дверь? Черт возьми, удалось заблокировать эту дверь изнутри. Не знаю. Но я там вижу вон там окно, и так мы скорее сюда и попадем. Ну там, видите, открыто. Хорошо, допустим. Бумажка не... Какой-то криворукий, как ты умудрился? Она лежала себе спокойно. Я думаю, что там... Что я смогу как-то спуститься? Как-то возможно. Давай воруем мотик, мало ли. Нафиг эти загадки. Не открывает. О! 25 дверей спустя. И то это потому, что последняя была. Так, ну это последний закуток, я смотрю, да? Кнопка лифта, она работает? Ну, нажми. Во, бляха, что... Окей. Я не понял, там что-то пронеслось. Это, видимо, тень от кабелей была или что-то в этом роде. Шахта лифта. Ничего не видно. Ну да. Так, камера-то нормально стоит? Нет, а то... Мне кажется, что надо. Правильно, то прошло уже сколько? 13 минут, и никакого хоррора еще не началось. Так, ну тут просто надо идти, смотреть, что лежит. Ответа нет, стук прекратился. Когда я открываю дверь, то на улице никого не вижу. 4:40 утра. Мне кажется, я слышу мелодию, играющую позади меня. Выхожу во внутренний двор и нахожу там мистера Исаака Фармера. Босого и одетого только в голубую пижаму. Его глаза закрыты, а в руках он держит музыкальную шкатулку, которая играет, когда он медленно идет. Он игнорирует меня, когда я зову его, и входит в дверь, ведущую в его магазин. Ну, дурак еще с этой с открытой шкатулкой ходит. Видимо, совсем уже тронулся. Это растение уже в прошлом. Место сразу выглядит заброшенным. Давай зонтиком будем драться. Поворот камеры. Аманда. Ворнер, Картер. А, о, можно вот так. Елена, понятно. И на Фабио Дурант. Это не то, да? Деметриус, Мартин, Кимберли. Возможно, я знакомых имен здесь и не увижу.
Тем более, у меня, скорее всего, ключей нет от этого всего. Мне эта картотека, видимо, потом может понадобиться. Для чего-то. И вот тут еще. Окно сторожки. Кто-то ставил ключи изнутри. Так, ну, это я умею даже сам. Нет? Если правильно согну вешалку, то, наверное, смогу зацепить его ключами, хотя ее ключи. Хотя, возможно, брелок слишком мал. Давай мини-игру. Давай. Что-то добавить сюда, что ли? Собственно, такая история у меня была. На работе, где я раньше работал... Камера? Был серверный шкаф, и я там что-то копался и случайно его закрыл, а ключи были внутри. Они лежали так вот на полочке. И я с помощью проволочки кое-как отдирал дверь, там небольшое пространство было, и кое-как зацепил и вытащил. Это было пипец. А вот и главный вход, разумеется, заперто. Разумеется, да, но я не пойму, почему ты не хочешь использовать. Mm-mm. Брелок слишком мал. Но других вариантов тут нет. Но и нам уже, по-моему, некуда идти. Хотя... А, ну тут... Подожди, тут дверь какая-то была все-таки. Но она, скорее всего, закрыта будет. Заперта. Ну, конечно. Я тоже нисколько не удивлен. Цветочки. Что-то с чем-то бы еще можно было объединить, возможно. Ну, мало ли. Просто почему ты конкретно это не хочешь? Ты говоришь, что можешь сделать так, но не знаешь, получится ли он. Давай попробуем хотя бы. Исследовать. Использовать. Давай исследовать. Присмотреть. Серьезно, почему ты не хочешь? Не поможет тебе это достать ключи. Я понимаю, но ты вешалкой тоже не хочешь это делать. Давайте, не знаю, искать, что еще есть. Давайте я нажму на паузу, пойду искать, потому что что-то как-то очень странно. Давай еще одна кнопка. Что это было? Я решил пойти монетку засунуть. Дверь очень толстая. Это все, что я успел прочитать. Что там предлагает? Ну-ка. Готовьтесь. Что-то проскочило, по-моему. Ага. Кто-то ломится в дверь. С той стороны. Давай мы не будем ее открывать. Че, как выпрыгнет на камеру? Не знаю, что это было, но кажется, оно исчезло. А, наверное, ушло, да.
как говорят бандиты, из этого, из Карима получив в лицо стрелы, наверное, ветер. Может, там крючочек какой-нибудь будет или еще что-то. Сам дурак. Оттуда выпал шар с посланием. Предсказание от машины Колтера. Играй, выигрывай, играй и проигрывай. Сомневаешься, иди на пролом. Давай с другим посланием видим. Вот и я не знаю. Может, книга антиквариата. Так, лучше не стало. Мы потратили монетку, но... Ни жарко, ни холодно от этого нам. Давайте буду искать дальше. Ёб твою. Пропустил, короче, для вас скример. Только что-то эта штука упала. Ёб твою, это самое, относилось не к тому, что мне было страшно, а к тому, что я не успел включить запись. Было не так страшно, как обидно просто. Кто-то привязанными манекенами играется. А вот, кстати, мысля. Я спустился вниз. Еще раз вот походить, посмотреть. А это же получается под тем местом, как раз таки, где упала штука. То есть вот она, да? Что это? Silent Hill! Какая-то... О! То, что нам... своеобразное украшение холодильника. Но я думаю, это все-таки пимпочка для того, чтобы... Ну, кстати, использовать украшение как ключ-карту. Можно холодильник действительно повесить. Все будут думать, что это украшение просто... Хотя после того, как эта хрень там была, мне страшно открывать. Но при условии, что она уже где-то тут, мне в принципе страшно здесь просто ходить. Это не поможет. Не упро... В смысле не поможет? Не исследовать. С задней стороны смогли... Выглядит довольно крепко для своего размера. А-а-а. То есть вы так хотите? Ну, как бы да, но как бы там такое пространство узенькое, что я не думаю, что этот магнит может туда пропихнуть. Чё-то я сомневаюсь. Ну тут мы сейчас спокойно пойдем, потому что раз я нашел кусок чего-то, то может случиться какая-нибудь интересная херня пугающая. Второй манекен может прилетит. Ты как тут? То есть подожди. Он ее чуть задел, и она упала. Пришлось, что там есть магнит. На железный решет. Чё вообще стоишь на месте? Оно тебя не видит, но точно слышит. Бежать бесполезно. Вы должны сохранять спокойствие и тишину. Для этого вам нужно контролировать свое дыхание. Двигая ЛТ, РТ, постарайтесь держать белый круг как можно ближе к рамке. Если вы почувствуете... Если он почувствует ваше присутствие, то с каждой вашей ошибкой будет подходить все ближе. Не дайте ему добраться до вас.
То есть, когда оно расширяется, мы убираем или наоборот нажимаем? Это не совсем понятно тут. Ну, блин. Вы бы мне давали бы, ну, больше времени, чтобы я понял. Пожалуйста, пусть это будет просто сон, и я сейчас проснусь. Я не сразу понял, что сделать надо. Я думал, нажимать надо, чтобы вот эту штуку пододвигать. А мне нужно именно своими действиями держать в этом диапазоне. Чем ближе, тем лучше. И то, что я несколько раз прошляпил, да, это... Меня прям надриналинило. Блин, ну круто, что они придумали новую механику. Другое дело, что прятаться по столом, чем надо будет. Значит, китень будет преследовать нас. Нет, там все-таки много пространства, хотите сказать? Я думал, там решеточка прям. Разумеется, заперто. Там двери как будто бы тут и нету. Так, ну я так понимаю, я теперь могу просто по-быстрому отсюда выйти. Так. Открывает несколько дверей. Открывай, открывай. Да, надо включить свет. Этому воротку плевать, что подумают соседи. Что бы это значило? Этот ключ к выключателю, который вы найдете на прилавке магазина, на случай, если кому-то понадобится доступ к галерее экспонатов, если есть камеры безопасности. August 1998, смена дневная, время отправки 19:00, агент Саймон Тритфилд. Инцидент, 8:51, прибыл сантехник из страховой компании, ремонтирует утечку в трубе. Я подписал бланк страхового возмещения. 10:22, доставлена посылка в корпус 2, квартира 3В. Дома никого нет, посылка оставлена на столе швейцара. 12:06. Спрашиваю господина Исаака Фарбера об инциденте, прошедшем в ночную смену. Он, кажется, смущен и не понимает, о чем я говорю. Похоже, расстроен. Задает мне много вопросов. Я предлагаю вызвать врача, но он уверяет меня, что с ним все в порядке. Обнаружен коммивояжер, пытавшийся проникнуть во внутренний двор. Выпроводил из здания. Тем. Смотрю, у них тут камеры слежения довольно высокотехнологичные, сравнивая их с общим состоянием здания. Да, и чё? Я в другую сторону смотрел. Ага. Тут ещё. Похоже, на место, где жильцы развешивают объявления, напоминалки. Я вижу жалобу от Эрика Фарбер. Ну а что за жалоба? Все, разблокировали. Странное место для оставления записок. Как убрать страшную музыку? Подойди и начать прислушиваться к двери. Прикольно, кстати, что по чуть-чуть открываются. То есть ты не знаешь действительно, какой там план, пока не зайдешь в комнату.
Да в чем-то даже прикольно. Ключ какой-то. А что думать? Я и просто хотел почитать. Но тут какое-то такое управление. Исследовать. Похоже, полый конец имеет треугольную форму. Окей, будем искать треугольную форму. Это столб подходящий для меня высоты, чтобы залезть под него. Окей. Место преступления. Довольно жуткое телешоу. Заставляет чувствовать, что мне повезло. Думаешь, тебе повезло? Ты входишь в странном месте, где никого нету. И странный чудик ходит. А ты забываешь, блин, как дышать. Что там за крыса? А, лифчик. Швейцар-женщина. Даже если так, это странное место, чтобы оставить это. Ну, реально, смотрите, как будто крыса вот в темноте, если. Это зеркало грязное. Ну, лучше, конечно, лифчик, чем крыса. А вот и средство какое-то, да? Полная бутылка жидкого антисептика. Перекись водорода. Да подожди, я хотел почитать. Ты же должен был какие-то умные вещи про него сказать, нет? Никогда не использовалось. Зная, что принимаю желание за действительное, я должен был попытаться. Так. То есть перекись не хочешь сюда, да, заливать? Ладно. Если что, скажем жене это самое. Польем на голову, придем и скажем. Видите, как посидели от того, чтобы тут были. Настолько тут все ужасно. Так. В целом все. Там бы, конечно, дорисовать нормально, а то... Хотя там, видимо, еще что-то есть. Так, сходим вначале вниз, а потом по вот этим дверям пройдемся, да? Попробуем открыть ключом имеющимся эту дверь. Ой. Будь здоров, спасибо. Ну, вроде пусто. Ага. А тут? А, складские, сладенькие. Там что-то жуткое звучало. Здесь там музыка просто. Ну тут тихо. Тут еще две двери. Давайте их послушаем тоже сразу. И тут тихо. Вот, кстати, вопрос. Как отличить того, что там в помещении никого нет, и то, что там какая-нибудь просто машина работает? Я пока сюда не пойду. До тех пор, пока я не сделаю бэкап сохранения. Записочка. Отчет об окончании смены. Дата смена, время, инциденты. Ничего нужно. Пустой бланк. Мне кажется... Неумным хранить все эти вещи у электросчетчиков. Почему? Похоже на счетчики электроэнергии. Ключ. Классический металлический разводной ключ.
Как много инструментов, наверное, мастера или кого. Наверное, не мастера или кого-то из соседей. Так, мы можем уже свой DIY-канал открывать. У нас есть один разводной ключ. Можем из него что-нибудь сделать. Там второй разводной ключ, допустим. Удобный, в кавычках. В этом нет никакого смысла. Я пытаюсь поднять, просто там тихо или нет? Ну, вроде тихо, а тут какая-то дичь происходит. Чего тут? Не тот ключ. Хорошо. Не, там какие-то штуки, скрипы, я туда не пойду. Не-не-не-не-не, Дэвид Блейн. Да, чувак, у меня такое же выражение лица. Да, я понимаю, что плохая идея идти туда, откуда странные скрежеты идут. Так, как нам быстрее? Ну вот через вот так, да, получается. Ну что, вот это уже не такое жуткое место по сравнению с тем, что там происходит. Да, темновато, но... Ключ от всех дверей просто. Вроде тихо, а то в прошлый раз мимо я проходил, там какие-то крики, шорохи были рядом с дверью. Там у дверь не слушал. Ничего полезного, просто куча документов из магазина, наверное. И здесь что-то есть под одеялом. Интересно, что это? Что-то из мебели, может быть, зеркало? Не раскрыто это? Я могу потерять примерно 20 минут игры, при условии, что мы знаем, да, что делать. Была, не была. Тут вроде светло. Надо было заходить в ту дверь. Ну окей, чё, у меня есть сохранка, поэтому я чуть-чуть могу вернуться, конечно. Ладно. Я думаю, на этом мы тогда и закончим на сегодня, потому что переигрывать это все равно будет. Потом надо начинать новую серию. Короче, эта игра не поощряет твой интерес, твое любопытство. Поэтому на сегодня мы закончим. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага. Всем пока. Жизнь.